Пам-парам-пам-пам-пам-пам, мы везем с собой кота. Чего? Ну да, классная рифма, конечно. Но Биг возвращается домой, чуваки. Я тут за ним немножечко прослеживаю, потому что я его хочу сегодня максимально затроллить. Так, зачем он несет с собой эндер-сундук, интересно знать. Надеюсь, никто за мной не следит, потому что... Что потому что? Что? Почему? Да... Кайф! А... Теперь-то я понял, почему. Ну да, за тобой никто не следил. Все, ребята, факела мы с вами выкинем, они нам сейчас не нужны. А че это он домой, интересно, знать не заходит? А, вот чего он не заходит. Ну подождем, пока откроют, естественно. Открывай! Ну, Биг, дурак, это же твой дом, да сам же заходи в него. О, господи, как можно быть таким странным? Походу, взламывать придется. В принципе, логично. Ну да, в свой же дом-то действительно придется взламывать. Нельзя же просто взять и открыть дверь. Все, опаля, тополя. Стоять. Я успел проскочить. Последнюю секунду в его дом. Чуваки, вы просто не представляете, что я хочу сейчас ему устроить. Он пока пошел относить сундук, отличненько. Давайте прям тут сделаем ему ловушку. Блин, он, кажется, в обратном возвращается, зараза. Блевотный сундук. Куда бы его поставить? Это же алмазный сундук, он же очень крутой. Чего? Зачем он говорит, что он фиговый? Очень странный дубик. Давайте дождемся, пока он куда-нибудь уйдет, чуваки. Потому что в его доме у меня еще и очень мало времени. 4 минуты 50 секунд есть, чтобы сделать ему ловушку. Стоп. Куда он делся? А, он что, ушел? Тихо, чего он там делает? Ну-ка, тихо, тихо, тихо. Ну-ка, ну-ка. Мерзость. Больше я не хочу за ним послушивать, если честно, чуваки. Просто вообще не хочу. Давайте уберем у него вот этот зеленый ковер. Он нам больше не понадобится. Блин, а удобно ведь, а? Как эф, и сразу ноги моются. Чего он там говорит? Да, это очень странный человек. Давайте берем кирку дальше и выкапываем здесь большую-пребольшую территорию. Прям в его доме. Потом берем лопату и докапываем эту яму еще больше, больше, больше. Ёлки-матрёшки, мне побыстрее надо валить с этого дома. Точнее, дурдома. Дальше мы здесь разливаем очень много лавы, чуваки. Аккуратно. Аккуратно, только я же сейчас горю. А, нет, я же включил себе геймод. Зачем мне гореть? Опа. А чё так можно было, что ли? Залетаем с этой ямы. И теперь мне нужно заделать все это дело обратно. Причем очень-очень-очень быстро. Давайте скорее, чуваки, пока он меня не спалил. Запоминаем, что край у нас был здесь. Ставим блок и берем вот эту вот штуку, она нам сегодня пригодится. Нажимаем раз, первая позиция выбрана. И идем теперь выбирать вторую позицию. Ищем наш край, он у нас находится вот здесь, и выбираем вторую позицию. Вторая позиция выбрана. И теперь вот он наш пол, только в 3D программе. Сейчас мы из него должны сделать кое-что интересное. И у нас получается вот такая штукенция. Прям маленький-маленький кусочек камня. Но это еще не все. Дальше мы должны снова выкопать здесь вот это все дело, чуваки. Да, работа муторная, но это будет очень-очень смешно. Тем более, Нубик этого не видит. Мы ставим это все вот так, и все просто как новенькое. Все, пора цветочки собирать. Ага, иди собирай цветочки, конечно. Ой. Ой-ой-ой, что здесь происходит? Ой, нет-нет, здесь что, зыбучие пески? Да, все верно, я превратил камень в зыбучие пески, прикиньте. Владус, ты что тут делаешь? Нубик, привет, спаси меня. А, конечно, сейчас спасу. Но это не точно. Спаси, пожалуйста, спаси меня, Владус. Спасибо, пожалуйста, Нубик. Лежим отсюда, срочно, 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 он меня спалил. Черт, у меня зелька закончилась вообще не вовремя. Теперь мне появляться сюда нельзя. Нубкин решил поплавать в лаве. Yes, все получилось. Нубику получилось отомстить за прошлый раз. В прошлый раз он украл у меня 64 стака алмазов. Прикиньте, это очень много. Сюда Владуса не впускать. Понял вас, босс. Рассказы. Чё ты понял? Сразу же стрелять по Владусу. Ты дурак! Ну скажи мне, а? Дуратёк, он же мой друг. Не стрелять, а просто избить палкой. Понял вас, босс. Палкой на автороту 999999. О, держи, это палка. Вот, собственно, и последствия того, что я спалился перед Нубиком. Черт возьми, там сейчас этот охранник будет стоять. Ой-ой, он меня что видит, что ли? Кажется, мне пора бежать.
Владус, друг, пойдем чай пить. А, нет, спасибо, до свидания, я все слышал, что ты сказал охраннику. Не, реально, Коу, что ты слышал? А да слышал, что он стрелять по мне будет, поэтому нет, я не буду, я отказываюсь. Не-не-не, не будет, не будет. Тев на слово. Ну, если не будет, то пойдем чай пить, пойдем, Нубик, пойдем. Давай, только ненадолго, а то у меня... А чё ты его зачем убил, Нубик? Ты чё, сумасшедший, что ли? А чё, где чай? Давай показывай, только тут аккуратно. О, я смотрю, у тебя тут все нормально, уже все заделал, да? Сюда! Ну, давай, пойдем. А чё здесь? Это ж туалет. Ты чё мне бедроком заделал, Нубик, ты дурак? Зараза! Подставить меня хотел! Вот и сиди там теперь бесконечно! Все, я буду за тобой следить бесконечно! Ну, он дурачок, конечно. Давайте мы просто с другой стороны выберемся. Я как бы думаю, он меня сейчас вообще потеряет. Так что давайте здесь все заделываем. Можно бежать. Ха! Походу выбраться не можешь. Ладно, ты же мой друг. Я вас выпустил. Что же, охранника нету, дом свободен, а это значит, что можно сделать, знаете как? Ой, сейчас просто приготовьтесь. Раз, два, три. Да. Ой-ой-ой-ой-ёшеньки, вы просто посмотрите, насколько я стал криповым. Сейчас мы немножко Нубика напугаем, да так, что... Стоп. Кассир? Не понял. Почти докопал, Владус! Вди меня! Он что, бедром копает? Вы серьезно? Вы что там? Так, кассир, вы что, меня не боитесь? Куда она испарилась? Давайте мы позвоним ему в дверь и просто будем стоять, пока он не посмотрит в окно. Да что ты там копаешь, Нубик? Ответь мне, давай, смотри же скорее, ну! Кому-то в дверь звонят, что ли? Да, тебе звонят, ну тебе, Нубик! Догадайся! Вот соседи, не открывают, вот капец! Он там реально бедрок сломал, чуваки, смотрите, это что за жесть? Давайте мы тогда сломаем ему окна. Раз, два. Привет. О, привет! А вот, собственно, и я. Бежим, чуваки. Он стрелять начал по мне. Бежим, срочно убегаем за дом. Теперь мы напугаем его в его же собственном доме. Он же сейчас докопает бедрок, правильно? Так мы сейчас окажемся там первее. Где я выбрался? О, вот здесь вот. Давай, мы снова вернемся в эту комнату. Закопаемся и просто ждем Нубика. Сейчас он тут все выломает. Давай, Нубик. Оп, еще немножечко осталось. Ну... Дверь закрываем и срочно сваливаем из этой комнаты. Прикиньте, он как сейчас в шоке, что у него дома вот такая страшилища. Это же просто жесть. Полиция! Сюда! Давайте я сделаю вот так. Отлично, мы с вами превратимся в обычного Владуса. И погнали к нему. Ой, ёлки-матрешки, нифига себе, он камер понаставил. Давайте позвоним в звонок ему. Да, Нубик, не ори, это же я. Кто там? Да это я, твой друг Владус. Нубик, ты чё? А, фух, Владус. Доказы? Да как доказать? Приветус, это я, Владус. Вот так вот нормально? Поставь лайк. Это я, Владус. Ну, узнал? Нет, доказы. Да как тебе что-то доказать? А вот подпишитесь все на мой канал. Вот так вот узнал? Доказы. Ты дурак, что ли? Я тебе сейчас стекло выбью. Нубик, и сам зайду. Понял? А, ну да, можно же просто дверь открыть. Что у тебя случилось? Что ты здесь орешь, Нубик, а? Открыто, заходи. А, спасибо. О, вы такой гостеприимный. Ты что, с ума сошел? Нубик, это же твой дом. Но у меня к тебе предложение. Я хочу обменять этот дом на незритовую кирку. Ребята, он сейчас согласится 100%. Нубик, пожалуйста, ну. Я рыгаю. Нубик, чё? Это же незритовая кирка. Ты дурак, что ли? Она же очень хорошая, очень крепкая. Да стой ты, ладно. Чё ты, хочешь, чтоб я с тобой на деревянную поменялся? Ну, это ж позор будет. Ты отдашь дом за деревянную кирку, Нубик. Продано. В смысле, подожди, Нубик, ты мне продал дом за деревянную кирку? На, держи, забирай. Это свидетельство на частную территорию. Хорошо, Нубик. Документ на земельный участок. А куда он пошел-то? Ну-ка, реально. Свидетельство на право собственности на землю, город Екатеринбург. Чего? Я купил у него дом за деревянную кирку. Чуваки, если вы сейчас поставите 15 тысяч лайков на этот ролик, то я сделаю вторую часть, как я троллю Нубика всякими разными пранками. Подпишитесь прямо сейчас на канал, вот здесь вот кнопка. Нажмите на нее, чтобы следующую серию как раз-таки не пропустить. Подписывайтесь скорее и посмотрите другие видео. Пока.